Поселок Горный воздух в Лазаревском районе Сочи. Здесь на самом берегу моря много частных домов и гостиниц. В большинстве из них установлены локальные очистные сооружения разных фирм и производителей. Но почти все обслуживает компания «Мой дом Сочи.рф». На этом объекте мы видим оборудование компании «СБМ Групп» «Астра Юнилос». Данное оборудование необходимо обслуживать 4 раза в год. Процедура обслуживания отражена в техническом паспорте производителя. Здесь необходим как вывоз жидкобытовых отходов, так очистка, полная очистка самого оборудования, комплектующих. А это оборудование называется «Биопурит». Выполнено из стеклопластика. Установлено компанией «Мой дом Сочи.рф» более 3 лет назад. Такое нужно обслуживать не реже 1 раза в год, говорят специалисты. Не боится залпового сброса. Достаточно экономичная. Установка рассчитана на 30 человек, производительность 6 кубов в сутки. Вообще компания «Мой дом Сочи.рф» единственная на курорте, которая может и работает с любым оборудованием. Занимается не только установкой локальных очистных сооружений, но и ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования жировых, хозбытовых и ливневых стоков. Вне зависимости от того, кем очистные были установлены и какой они фирмы. Только качественный сервис, говорят в компании, может гарантировать долгий срок службы и работу сооружений без сбоев. Проект «Мой дом Сочи.рф» обладает таким опытом. На рынке очистных сооружений предприятие уже более 6 лет. Договор на сервисное обслуживание можно заключить в офисах компании на улице Декабристов, в ЛАО и на Гагарина в центре Сочи. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.